Где же она? Уф. Аллах, пожалуйста, защити мою девочку. Пусть ее окружают только хорошие. Я пришла. Ослы, я чуть с ума не сошла. Мамочка, ну зачем ты так говоришь? Зачем ты волнуешься? Я же сказала, что я задержусь. Помню, но ты же меня знаешь. Я переживаю, когда на улице темно. Мамочка, пожалуйста, успокойся. Хорошо, хорошо. Когда свои дети будут, тогда и поймешь. Ослы, у меня для тебя сюрприз. Сюрприз? Да, пошли. Смотри. Мамочка моя. Но я все равно не смогу здесь рисовать. Знаю. Знаю, девочка моя. Ослы, может быть, однажды тебе здесь понравится, и ты привыкнешь. Мой дом там, где ты, мамочка. Только там, где ты. Малышка. Спасибо тебе за этот сюрприз. Ты голодна? Приготовить тебе что-нибудь? Нет, мамочка, я не голодна. Я очень устала. Хорошо. Давай сюда сумку. Как прошел день? Хорошо. Я выходила из магазина с кучей пакетов и не смотрела, куда шла. Вдруг столкнулась с Нариман. Обе удивились. Ведь столько лет не виделись, представляешь? Ай. Привет. Мой дорогой, с возвращением. Спасибо, мама. Привет, сынок. Как работа? Очень хорошо. Хорошо? Ну, ладно, с вашего позволения, я хочу сегодня лечь пораньше. Знаете, завтра снова на работу, мне нужно рано вставать. Стой, стой, стой. Как это, ты снова пойдешь на работу? Ну да. А почему ты так удивляешься, папа? Ты был очень прав. Я должен стать ответственнее. Неизвестно, что нас ждет. Нужно быть готовым к любым трудностям в жизни. Так что вот так. Ну ладно, доброй ночи. Это был Бурак? Я до сих пор в шоке. Açıp uzaklaşınca ufuktan anlıyorsun.
sararırken sen de yeşiller bürünür aşk. Dalgalanır durur sular gibi, hasretin çarpar yüreğime, saçlarını savurur rüzgar gibi, ay gibi parlar geceme. İstersen yık, acıt, kanat beni, parçala. Сильда, я все еще удивлен поведением Бурака. Я тебе сказала, жизнь моя, мой сын сможет все. Трудно передать словами то, насколько я горд. Я всегда хотел, чтобы мой сын был таким. Правда? Да. Я такая счастливая, Нихат. Но, пожалуйста, не говори ему об этом, избалуется. Ну почему? Он будет очень счастлив. Нихат, почему ты не делишься с ним своими чувствами? Почему не покажешь ему, насколько сильно ты гордишься им, любишь его? Ты права, но я видел в своей семье другое поведение. Это не в моих руках, дорогая. Любимый мой. Я сегодня очень устал. Пойдем спать. Хорошо, дорогой. Ты тоже проголодалась? Да, но я приду потом. Давай, сделай сэндвич, поедим. Я буду делать? Ну да. На работе приказываешь, дома. Ладно. Ну ладно, ладно, стой. Я сделаю, но я буду это делать первый раз. Если будет ужасно, не издевайся, пожалуйста. Хорошо, давай попробуем. А ты достань тарелки. Хорошо. Надеюсь, нас никто не увидит. Не переживай. Я слежу за дверью. Если что, я тебя сразу спрячу. В этом тебе нет равных. Сэндвичи готовы. Чай тоже готов. Из нас получилась хорошая команда. И дома, и на работе. Правда? Это точно. Ты меня очень удивил. В каком смысле? Сэндвич вкусный. Спасибо. Ладно, пока нас не поймали, я пойду к себе. Аслы.
gecesinde kaldım, kala kaldım. Şaştım, yanaştım. Güzel sözlerine, что опять ты хочешь? İsimsiz gözlerine inandım. Hiç pişman olmayıp asla peşini bırakmadım. Kadın, her zaman bu kadar derin, her zaman bu kadar benim, daima küçücük bir kız gibi. Sarıl bana. Может быть, ты мне нравишься? Разве такого не может быть? Biraz dokun sakin ve usulca. İzin ver, senin için yazılmış. Senin duvarların kadar benim kanatlarım var. Dik yokuşların kadar su kaydıraklarım var.